Ну, теперь давайте покрасим, наверное, мы эту леди. То есть мы сейчас возьмем, с вами пойдем, вот выделим все, да? Давайте мы это выделяем все. Это не будем. Здесь у нас будет такое лиловенькое сделаем платьюшко без лишних воротов. Так, а здесь, наверное, сделаем, уберем это. Ну и тут еще. Скажем, что мы к этому хотим новое добавить. Будет ли новое платье? Вот такое. Нет, ребята, это неправильно. Мы сделаем чуть-чуть розовую, вот так. Окей, это будет лицо нашей девушки, и а платье мы сейчас отдельно сделаем. Скажем, следующее материал будет у нас от этого будет отличаться, конечно. Вот такой будет, да? Угу. Ну и теперь воланчики. Как же без них? Вы знаете, что надо было? Все-таки это неправильно, что он так обрывается. Он не должен так обрываться, баллончик. Поэтому уж последим. Все, что не приносит лишних нам, это по иксу, да? Полигонов имеет место быть. Вот так оно будет гораздо красивше. Так, теперь выберем эти кончики. Где-то что-то не выбрал. Вот это, да? И сделаем новый материал. Новые. Это вот от этого отпляшем и скажем темненький такое сделаем. Угу. Да. Кстати, вот тут забыли. Так, ну а дальше уже, по сути дела, знаю, какое старинное такое платье я скроил. Надо же, не ожидал от себя. Так быстро еще и получилось. Ну, опыт приходит потихоньку. Пока я возился с этими, все получилось потихонечку. Так. Шляпка у нас должна быть
Такая желтенькая, наверное. Сейчас мы ее тоже. Ну, красный не будем делать, но желтый сделаю. Такую вот солобину шляпочку. Угу. Так. И здесь ботинки. Так, ну, во-первых, вот это мы сделаем белые, это носки у нас. О, нет. Это носки. А черные будут у нас не вот эти вот. Это будут туфельки. Зараза, трудно окружить тут все. Делаем новые лаковые туфельки черные. Угу. Так. Могли бы еще и перчатки сделать, если бы на то пошло. Но лучше нам, конечно, вот тут сделать тоже черное такое. Хотя это неправильно, я вам скажу. Все должно было быть в тон. Тут холодный, вдруг какой-то желтый. Не должно быть желтого. Сейчас, подождите. Сейчас я подумаю, какой он должен быть. Такая шляпка должна быть. Вот такая, скажем так, ей больше понравится, да, это понятно. Так. И новый материал. Или вот этот же материал еще на применим. Вот. Вот так, да, чтобы не мешать лишнему. Знаете, сделаем перчатки. Вот. Что-то мне подсказывает, что надо усилить этот. Усилить этот образ надо. Вот. Все другое дело получилось. Сразу леди получилось, да? Так. Ну, любая леди скажется, зачем мне черный тут? Ну, такая мода. Ничего не сделаешь. Такая мода, ребята. Так. Ну, и теперь сделаем следующее. Скажем, еще один последний. Брюнетку с Гуччем. Гуччи брюнетка. Такой волос пойдет, пойдет. Так. Материал. Я видел новый материал. Да. Это он. Шея толстоватая, конечно. Ну, сейчас поправим. Джи. По иксу. Вот так. И наверх чуть-чуть. Этот.
Надо же, как можно из этих сделать. Сколько у нас там времени? 10 минут. Так, сейчас мы кавалера подгрузим, посмотрим по размерам, как они. А вот за что я люблю ковбоя. Так. Маленький получился уже. Не то, совсем не то. Так, куб. Сейчас мне. Ну, во-первых, надо сказать, что мы согласны с тем, что мы тут наделали, потом отплеем. Все. Так, давайте в сторону отодвинем, а то он сейчас опять скелет прибежит. G по X. Вот так. И куб и арматуру. А вот он теперь. Да, дамочка получилась хоть куда, конечно, большевато. Ну, ничего, это не страшно. Зато такая изящненькая. Фу-фу-фу. В белых носочках. Маленький, как коренастенький. Ее тоже надо научить махать руками. Но это уже в следующем видео. Хорошо? А то я большие не люблю, когда большие получаются видео. Давайте подгрузим простого сюда. Без этих. Есть у меня такой, который без всяких. Вот оно. Угу. Ну, прекрасно. Здесь тоже, видите, тут я особо не сгалялся. Также взял кубик, из этого притянул шляпу, только края наверх. И сделал жилетку с синими штанами, с сапогами. Вот и все. Разница небольшая. Ну, теперь у нас уже парочка тут присутствует. Можем менять цвет платьев, если что. Так, хорошо. Как я сказал, все нормально. Так, ну-ка. Немножко коротышок получился. Ну ничего. Дама должна быть такая высокая и хрупкая. Это приземистый мордастый.
Все отлично. А что это у него тут на спине? Синий кусочек какой-то. Ну ладно. Так. Как я сказал, закончим потом дамочку будем шевелить. То есть мы сделаем там ручки-ножки. Ножки, наверное, нет ни к чему, а вот ручки я бы сделал, голову, чтобы можно было наклонять. А ноги оставив в покое. Окей? Можем было этот скелет попробовать использовать. Ну, не будем. Итак, до следующего раза.